региональное отделение партии определило формат проведения такого мероприятия в виде форума, чтобы как можно больше людей смогли обсудить эти программы на местах именно. Услышать людей и эту взять себе в программу, и сделать то, что люди просят, какие проблемы они обозначат. Вот это, мне кажется, самое главное. Инновационная трансформация существующей экономики. Вот наше основное направление. О чем идет речь? О широком применении цифровых технологий, о применении 3D-технологий, о применении робототехники, робототехнических комплексов, о развитии таких новых направлений, как искусственный интеллект, как автоматизация, как биотехнология, которые мы уже имеем отдельные прорывные, значит, результаты, и которые мы видим, что это наше будущее. Все сделаем для того, чтобы молодежи на территории Белгородской области было интересно жить и работать. Интересно это что? Это быть востребованным. Миссию исполнительной власти области на предстоящую перспективу я определил бы так. Через перемены к справедливости, через перемены к новому качеству жизни. На чем базируется моя предвыборная программа? Она базируется, во-первых, на объективной оценке реалий социально-экономического положения нашего региона, во-вторых, на учете актуальных запросов жителей Белгородчины, и, в-третьих, она базируется на результатах моего практического опыта руководства области, который подсказывает, что результативность любой деятельности заканчивается там, где начинают почивать на лаврах. Поэтому, несмотря на прочный фундамент, который мы заложили, почивать на лаврах не будем. Четко выстроена позиция и политика, то есть как мы будем развиваться и жить дальше. Определена роль каждой отрасли, каждому направлению. Хотелось бы обратить внимание на инновационную трансформацию нашей экономики. Все составляющие данного кластера, они интегрированы и увязаны в одно общее целое. Губернатор обратил внимание, конечно, на проблемы экологии. То есть мы в этом году запускаем проекты по строительству очистных сооружений. Мы решаем этот вопрос. Вопрос очень серьезный. И тот вопрос, который волнует, ну, скажем так, большинство наших людей. Потому что люди, особенно на первичных территориях, всегда задают этот вопрос. Через всю программу проходит человек. Значит, все направления, которые обозначены в программе, они для человека, они для избирателя, они для народа, они для населения Белгородской области. Мы теперь видим стратегические цели, которые обозначил Евгений Степанович. Мы видим стратегические цели развития молодежной политики, что очень важно сейчас для молодежи Белгородской области. Мы понимаем, по какому пути идти единой командой. Я уверен, что однозначно все получится.